Чернобыль льет как из ведра, а по улицам Москвы идут стройной колонной поливалки. И не жалко им воды. Какой в этом прок? Вась, и вот Игорек как постоянно. По внешке так? По внешке. И ток. 11 вечера, короткая планерка перед выездом, и в обе стороны Садового кольца разъезжаются оранжевые машины. В 10 у нас мойка, в 12, в 3, в 5, в 8. Что, у вас 5 у нас садовые мойки? Да. У вас так грязно в кости? Почему грязно? Надо же увлажнять. А как это называется? Поливальщик? Ну да. За 9 лет работы поливальщик Семен привык. Московские водители его и коллег недолюбливают. Они по всякие водители показывают. Только зачем в дождь моете? Че толку? Семен не вдается в детали. Чтобы чистота вот была, порядок. Тут начальство, как говорится, не ругало нас. Начальство объясняет, мыть дороги в дождь вдвойне эффективно. Во время дождя на поверхности образуется раствор, взвесь грязи, в том числе то, что остатков грязи с тоже машин. И эту взвесь, раствор, проще смыть. Город был умыт после дождя.